поселке Кибаньоль Усть-Куломского района на 90 дней закрыли начальную школу. В первые дни сентября здесь зафиксировали групповое заболевание дизентерии среди первоклассников. Что послужило очагом инфекции, сейчас выясняет Роспотребнадзор. Свои версии выдвигают и жители. Репортаж Любови Лапиной. Я ничего не буду говорить. У нас было совещание, и сказали все вопросы к Валентине Дмитриевне. Директор Кибаньольской школы от комментариев поначалу отказывается. Ведь после того, как диагноз дизентерия поставили сразу нескольким первоклашкам, именно в ее огород полетели камни от родителей. В корпусе начальных классов не было ни постоянного водоснабжения, ни канализации. Даже обеда детям приходилось в соседних зданиях. Мы не говорим, что источники инфекции находятся именно в школе. Нет, мы так не говорим, поскольку дети пришли уже в школу, будучи больными. Первые больные. А в дальнейшем, в связи с тем, что не соблюдается санитарный противоэпидемический режим, отсутствует условия для мытья рук, прошло, значит, распространение инфекции уже контактным бытовым путем. Впрочем, директор Клавдия Попова уверена, вины учебного заведения распространения заболевания нет. Эта придирка все равно необоснованная. Школа не виновата в том, что произошло такое заболевание. Это виновата больница. В саму больницу нашу съемочную группу не пустили. От комментариев тоже воздержались. Известно только, что сейчас на лечении там продолжают оставаться еще 3 ребенка. Их состояние удовлетворительное. Тем временем их одноклассники пока на карантине. Все остальные ученики продолжают обучение, но уже в основном корпусе школы. Если все будет нормально, через 7 дней в школу будут ходить и первоклассники. Что касается подведения воды, канализации, это достаточно затратный процесс. Поэтому, скорее всего, данная школа пока будет оставлена. Мы работу проводить не будем. Как отмечает Наталья Левченко, на устранение всех требований надзорных органов пока денег недостаточно. К подведению воды и канализации приступят только следующим летом. А пока жители активно ведут собственное расследование, откуда в Кибаньоле дизентерия. По словам одних, все дело в том, что дети пили воду прямо из ручья. Вода там у них ручеек, может они ручейка воду пили, может у них от этого идет. Другие уверяют, первым больным оказался вовсе не ребенок, а учительница. Она, кстати, уже выздоровела и находится дома. Впрочем, от комментариев воздерживается. Я не буду отвечать на вопросы, все вопросы к администрации. А некоторые уверены, всему виной свора диких собак. Они буквально блокируют подход к школе. А заявление на участкового пишешь? Ну что он там? Ну штраф даст он там рублей 50, наверное, кто держит собаку. Вот и все. Ну, я не знаю, там больше бумажной волокиты, чем дело. Что же послужило причиной заболеваний, уже в скором времени озвучит Роспотребнадзор. Любовь Лапина, Анастасия Колесникова, телеканал «Юрган», Усть-Куломский район.